Всем привет, всем доброго дня. Вот такой девайсик приобрел себе. Цена вопроса 3700. Ну и купил еще немножечко шкурок. Вот так вот все это выглядит в комплекте. В комплекте идет сама шлифмашинка, ну, по-русски говоря, это электронапильник. Естественно, инструкция, гарантийный талон, товарный чек. И плюс еще идет к нему в комплекте 30 шкурок. Как мы видим, шкурки разной абразивности. Они тут по 5 штук разных фасонов. Но эта шкурка является вот такая вот коричневая универсальная. Считается, что она и по дереву, и по металлу. Купил тоже немножко погрубее. Вот я уже пробовал, как мы видим, им точить, пилить. И вот такой шкурки. Шкурка голубенькая, она предназначена именно по металлу. Ну, поскольку мне зачищать металл, краску и так далее, для чего, собственно, и был приобретен вот такой инструмент. Давайте рассмотрим, значит, все по порядку. Сначала комплектация, что и как делается, потом рассмотрим все остальное, и в итоге будет понятно, для чего я его прикупил. Еще один момент, чтобы вы представляли, о чем идет речь. Где-то 43 длина. Вес у нее достаточно легкий. 920 грамм там он весит. Удобно в руке, удобно куда-то залазить. В общем, я доволен. И шнур довольно длинный, не как у китайцев. В общем, я инструментом этим очень доволен. Ссылочку под видео, первое закрепленное будет на этот электронапильничек. Кому интересно, можете посмотреть, если надо, приобрести. Значит, что, включается он у нас в розетку. Кыл-выкл. Есть регулировка скорости. Шесть скоростей. Есть пылеотвод под пылесос. Ну, в данном случае мне он не нужен. О, хорошо, что не упал. А еще одна особенность есть. Берем, откручиваем фиксирующую часть, и им можно его выставлять в различных плоскостях. Ограничения только вот по этой части. Удобно так, так, так. Но не важно. В данном случае это расширяет возможности. Шкурка меняется вот так. Давим. Вот так она выходит. Абразивность шкурки начинается от P40 и заканчивается полировальными. Цена 30 рублей. Нажимаем. Вот кнопочка. И она. Все, готово к работе. Вот, еще раз показываю. Раз. И все. Одна из целей, важнейших для меня, покупки этого инструмента, это когда мы работаем с потянутым металлом, используем вот этот прибор Hotspot. Для этого надо изнутри детали зачищать, ставить массу. И вот одна из разновидностей электрода. Нажимаем на кнопочку. Он начинает прижигать металл. Для того, чтобы это не делать вручную, или во всяком случае свести к минимуму то, что можно делать вручную, и был приобретен вот такой вот инструментик. Электроинструмент. Это часть из того, что у меня есть. Машинка. Шкурку накладываем, что-то зачищаем, стираем. Ну, в том числе... Почему и на капоте лежит, сейчас будет ясно. То же самое. Но не всегда и не везде вот таким большим инструментом, диаметр, еще раз повторю, 150 шкурки,
можно залезть в какие-то труднодоступные места, тем крылья, двери, ну и так далее, где надо, бывает, зачистить. В итоге берешь вот такую шкурку, зачищаешь руками. При помощи такого девайса можно куда-то подлазить и вычищать. Понятно, что это хоть и универсальное оборудование с хорошим доступом, но везде 100% это все залезть, достать невозможно. Если у нас какая-то есть площадь, которую надо зачистить, хотя бы процентов 70-80 можно зачистить большими, потом долезть таким, и там 5-10% уже руками, шкуркой. Это удобно. Второй момент. При изготовлении какого-то инструмента, где-то какую-то фасочку, что-то заточить, запилить. Ну, вот один из примеров. Да, можно и таким инструментом. Но таким будет чуть поудобнее, покомфортнее. Хотя бы даже по весу. Тут вес, ну, просто смешной. Довольно легко и удобно им пользоваться. Ну а самое главное, для чего, собственно, и был взят этот электронапильник, дабы что-то вытачивать, выпиливать здесь, при изготовлении инструментов, что-то где-то зачищать. И самое главное, зачищать в труднодоступных местах на деталях. При обзоре упустил еще один момент. Значит, есть вот такие воздушные мини-болгарочки, тоже удобно. Это вот под 90 градусов, это же насадка одевается, здесь прямая. Тоже иногда выручает это все. Но опять же, если мы посмотрим, да, чуть он там пониже, но все равно не то. Вот этим инструментом в большее количество каких-то неудобных мест можно залезть. Вот он, тот же капот, только вид изнутри. Я среднюю часть вырезал. Это учебно-тренировочный капот. Я на нем тренируюсь. Вот здесь я зачистил. Играюсь, тренируюсь, набираюсь опыта. Он загрунтованный. Естественно, здесь был паук. Берем шкурку, залазим, вычищаем. Да? Сюда уже мы не долезем. Вот, он заходит, но не далее. За счет габаритов не везде мы можем, где нам нужно или удобно это все зачищать, мы не везде долазим. Что касается вот такого устройства, за счет того, что у него маленькие размеры и подвижная часть, мы уже можем подлазить куда-то в другие места, в более труднодоступные. Вот это одна из причин, почему я этот инструмент себе приобрел. Не успел я приобрести, как понадобилось. Вот здесь вот шампуриков есть наборчик такой. Это все рубленное на гильотине. И вот эти заусенцы поубирать, прям милое дело. Вот так вот все это и пригодилось. Обычная вот эта шкурка, с которой шло. Берешь и эти заусенчики зачищаешь. Пять сек и никаких заусенцев. Все хорошо, все гладенько. Следующий момент. Вот такой примитивный токарный станочек. На грубую можно обработать болгаркой. Потом доводить то же самое. Ну, это я для примера шуруповерт взял. Берем, включаем и обрабатываем. Ну, это я для примера показываю. Для этих целей я использую дрель, конечно. Просто она в другом помещении находится, чтобы далеко не ходить. Куча преимуществ получается. Следующий момент. Часто изготовляю какие-то насадочки, инструменты, крючки, потому что весь инструмент невозможно
купить. Да и не всегда это удобно. Вот нужен инструмент сейчас. Взял кусок железяки, загнул, заточил. То же самое. Где-то удобно довести. Можно разную абразивность курки ставить. Одно дело, когда мы работаем на грубую болгаркой, что-то отрезать, на грубую сделать. А доводить уже до той кондиции, которая нужна, гораздо удобнее будет с вот таким электронапильничком. Курки различной градации есть, они продаются. Цена одного вот такого вот полотна 30 рублей. Это недорого и это удобно. Вот уже обработал часть. Сначала берем болгарочку, точим на грубую. Потом берем на тоненькую, обрабатываем напильничком. И очень все хорошо получается. Кучу насадок я таким образом поделал. Вот эти все насадочки. Как это видно, все самоделки, самопалки. Вот то же самое. Все это элементарно точится из кусков железа, которые есть под рукой. Понятно, что там можно и нужно покупать. Вот это заводская, китайская AliExpress. А вот это такая же из-под моих рук вышла. Их тут куча всяких разных. Вот для этого, в частности, и нужен был напильник. Но самое главное, для чего покупал, это чтобы вручную не зачищать большие поверхности, там, где неудобно. Чтобы за счет своего удобства, за счет своих маленьких размеров, работать внутри и зачищать им. Вот, допустим, у нас есть дверь, вот усилитель. Здесь какое-то у нас повреждение. Одно дело рукой здесь залазить, а другое дело, когда мы можем спокойненько здесь большую часть зачистить вот так вот инструментом. Или так, или так, или напрямую. Чтобы не чистить руками, пусть чистить все это зачищает машинка. Ну и второй момент, это для изготовления инструмента, насадок и так далее. Устроим испытание. Тут в стандарте слово абразив 40, 60, 120. Тут сколько не видно, но это еще мельче. Вот 8, 40, 60, 80, наверное, 100. Ну, 167. Вот это самая мелкая, по идее. Да, не везде тут обозначения стоят, как их пилят. Ну, вот это самая мелкая. Сейчас попробуем деревяшку поточить. Есть вот такая бита. Я ее называю палка-забивалка. Здесь все побито. Она уже грязноватенькая такая. Сейчас чуть-чуть можно ее поравнять будет. Позагладить чуть-чуть. Меняем шкурочку абразивностью самой маленькой, какая у меня есть. Все. Так, шестерка. Ну, на тройку пополам. Здесь, что было побито, все стало чистенько. А вот тут уже от пробойников заусенцы такие. Уже приятно, разница есть. Конечно, не все так гладко, как хотелось бы. Любым инструментом надо научиться работать. Тем не менее, все работает. Так что уже возможности расширяются. Можно быстрее, качественнее делать. Тем более, выбор есть.
изменяемость геометрии, количество разных шкурок и их качество. Есть возможность какие-то поделки делать быстрее и получше. На этом все, обзор закончен. Всем привет, до новых встреч!